Новые единые проездные для школьников появятся на городских и пригородных маршрутах Нижегородской области с нового учебного года. Документы позволят оплачивать проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро по льготным тарифам. Ранее они действовали только на городских маршрутах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Арзамаса и Сарова. Универсальная транспортная карта школьника поддерживает линейку электронных проездных для оплаты проезда на городских и пригородных маршрутах по всей Нижегородской области. Система оплаты проезда всегда может помочь определить, где, когда и в каком транспорте ехал ребенок. Карта также может быть использована в качестве пропуска в учебные заведения и для оплаты школьного питания. Оформить заявление можно также в МФЦ, в пунктах обслуживания пользователей CityCard или на сайте www.citycard.ru. С новыми электронными проездными учащиеся смогут ездить не только от дома до школы, но и на дополнительные занятия в спортивной секции. Это особенно актуально в районах области, где ФОК приходится ездить из небольшой деревни в райцентр. Сейчас ведутся подготовительные работы, настраивается все необходимое оборудование, чтобы с 1 сентября воспользоваться проездными могли абсолютно все школьники региона. Школьники, регулярно пользующиеся пассажирским транспортом, получат прямую выгоду от введения новых проездных. Проездные на 20, 40 и 60 поездок удовлетворят потребности в поездках большинства учащихся. При этом расчетная стоимость поездки составит 10 рублей на любом маршруте. Для школьников, часто пользующихся транспортом, оптимальным будет безлимитный проездной на месяц. Структура новых проездных повторяет проверенную линейку проездных для льготных категорий граждан.